Приветствую, вы на канале Uncle Detailing, с вами дядя Сережа. И что я хочу вам рассказать? Я давно не зарекался рассказать по поводу дисков, и сейчас появилась прекрасная возможность. Но сначала мы начнем с того, человек купил машину, у машины 20 километров пробег. 20 километров пробег, это вам не 20 тысяч. Значит, что мы сразу с ним сделали? Мы его помыли. Мы поставили покрытие на стекла, на все стекла, на зеркала. Быстрее будет оттаиваться вода, будет скатываться водичка, в дождь это будет все убегать. При встречной машине обливом большим потоком воды вода уйдет быстрее, чем справятся ваши дворники. Это первое. Второе. Защитили сразу весь лак от всякой грязи, шмази. Машина будет быстрее очищаться, она будет просто действительно чище, потому что вода вместе с капельками грязи, не с капельками грязи, а, короче, с грязью, будет уходить. Плюс она будет мыться легче. И что еще? И диски. Значит, мы сняли диски. Давай сначала. Значит, диски были сняты, диски были помыты, они новые, мы их отмыли, обезжирили, поставили керамику с внешней стороны и с внутренней. Когда внутренняя полка у машины чистая в диске, во-первых, внешний эстетический вид машины, он другой. Машина выглядит красивее и приятнее. Дальше. Тот налет металлической стружки от колодочной пыли, он смывается проще. Хоть и налипает, но налипает меньше, и то, что налипает, оно смывается проще. Дальше, те диски, которые обработаны керамикой, в них залетает также битум, и этот битум смывается легче. И с внешней стороны, естественно, это эстетически просто выглядит на машине намного лучше. Вот если вы сейчас, после просмотра данного ролика, пойдете, выйдете на улицу, посмотрите на свою машину и обратите внимание на внутреннюю часть, отойдете и скажете: «Господи, как это некрасиво выглядит». А когда вы увидите машину с внутренне чистыми дисками, это будет намного приятнее, красивее выглядеть, а также за ними ухаживать намного проще, потому что на мойках это будет все отмываться и вымываться лучше. Что нам еще дала керамика? Керамика нам дала больше насыщенности цвета, больше блеска, выделение каждых граней, ну и, естественно, самоочистка. Через годик машина приедет на обслуживание, и тогда уже можно будет посмотреть и сказать, насколько это все дело защитилось, потому что лак у этой подруги у нас очень-очень мягкий, она царапается. Вот. Короче, как-то так. Всем чистых тачек, обнял-поднял. С вами был дядя Сережа. Всем пока. Также хочу добавить, что обработали весь пластик, обработали дерево, обработали кожу сразу защитными составами для того, чтобы это все дело меньше пачкалось и за ним было проще ухаживать. Есть какая-то еще хрень, наверное, ворота.